Сегодня в Павлинском районе в сфере малого и среднего бизнеса занято около 3000 человек. 40% из них в сфере розничной торговли. Глава Павлинского района Ильяс Гузаиров ознакомил собравшихся с социально-экономическими показателями района. Перед предпринимателями выступили представители Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, Центра поддержки экспорта Республики Татарстан. Они рассказали о формах кредитования бизнеса и о доступных мерах поддержки предпринимателей. Много полезной информации для них предоставили и сотрудники налоговой службы, и Роспотребнадзора. Формат работы у нас немножко изменился, проверки у нас уменьшились, но мы с вами контактировали в форме профилактической работы. Ильяс Гузаиров поблагодарил всех предпринимателей за активное участие в оказании гуманитарной помощи нашим бойцам и отметил, что сбор продолжается. Вы все помогаете, я знаю, все по разным каналам, отдельная помощь. Это только жители видят только то, что мы показываем. А еще отдельно ИДМ отправляют через Нижний Камск, через Казань, через другие. Каждый отрабатывает. Кабельный завод там чуть ли не неделю, еженедельно Сармейск отправляет. То, что мы здесь, жители, собираем, долго не держим, отправляем через Ярдаменша. Вот, это просто то, что мы массово сами выезжаем, собираем и персонально, ну, там, семей. В ходе встреч предприниматели смогли задать актуальные вопросы, обозначить проблемы, возникающие в ходе ведения бизнеса. Айгуль Тиатуллина, Булат Миниязов, БРТ.